Директор Лесногородской средней школы лично проводит экскурсию для зарубежных гостей. Преподаватели русского языка и литературы Чехии прибыли в Одинцовский округ для обмена опытом в сфере образования и укрепления связей. В школе есть что показать коллегам. Мы им показали ресурсный класс, где у нас ребятишечки-аутисты занимаются. Мы им показали урок физики, урок русского языка. Встретили очень колоритно, духовым оркестром. Также у нас была подготовлена программа танцевальная, где девочки в русских народных костюмах станцевали пару танцев. В этот день между Лесногородской средней школой и Пражским творческим бюро было заключено соглашение о сотрудничестве. Стороны рассчитывают, что соглашение будет способствовать развитию связей между Россией и Чехией в самых разных областях – культуры, науки, образования, спорта. В планах студенческие обмены. Интерес к стажировкам в Чехии у одинцовских школьников высокий. В свою очередь и наши школы готовы принять слушателей из Европы. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».